Сделал дело, гуляй смело. Впереди целый выходной день, да и практически праздничный. Хотя сегодня не принято дарить друг другу подарки, но вот приглашать куда-либо вполне. Главное решить, куда. День выборов на природе, например, в Горкинско-Аметьевском лесу. После избирательных участков он продолжается горками, горячим питанием и фотозонами. Проводим мы его прекрасно, потому что солнце светит, и как бы, ну, несмотря на то, что он морозный, выбор мы свой сделали. На плюшках покататься, в кафе сходить и на горках покататься. Они выбрали здоровое будущее. Сразу после избирательных участков часть казанцев отправилась в места массового отдыха и занятий спортом. Вот в парке Горького уже с утра загружены тренажеры и снежные горки. Элемент праздничности есть. Люди дружно делают что-то общее. Повстречала, кстати, на выборах многих своих знакомых, с которыми давно не виделась. Вот сходил на лыжи с одногруппниками, кто проголосовал у нас в университете. С утра родители уже начали звонить, когда пойдете. Для них даже мама говорит, что издавна, говорит, два праздника было в деревне. Это Сабантуй, говорит, и выборы. И какие гуляния без угощений? Сразу после выборов отдыхающие решают себя побаловать гастрономически. Мясом, овощами, фруктами, одним словом, праздничным меню. У нас постоянно покупатели покупают рыбу, телятину, баранину, индейку, свининку. Мясо у нас очень вкусное. Наша дочь первый раз голосовала. Мы ходили первый раз голосовать, и как-то для нее это было очень интересно. Решили заехать, отметить этот день. Катание, гуляние и трапезы на свежем воздухе. Таким сегодня стал день выборов в столице, местами напоминающий даже семейный праздник. Впереди целый вечер, наполненный концертами и праздничным салютом. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.